Да я знаю то, что в кустах нельзя ходить. Берем. Куда ты пошел, Ром? Я тут. Я тут. А, тут. Кстати, кто мою аптечку забрал, ребята? Какую аптечку? Зеленую. Блин. Когда меня там убили, это... Никто у тебя ничего не брал. А, вон они. Вот сейчас бы, знаешь, запустить ракетку и минус два сразу сделать. Телефон, ребят, телефон. Не у меня. Пацаны, у кого есть этот? У кого есть, а у меня? Сейчас. Аптечек бандажей. У меня. На, лови. Нет, не шприцов, бандажей. Бандажей у меня нет. Бежи, бери лучше эти бандажи. А, бандажи, вот, подожди, у меня есть, на. 9 штук тебе дам. Поровну так. Ты это, базуку убрал из рук, а ты еще шмальнешь нечаянно. Как обычно. Да, бывает. Обычно, кто сзади? Я сзади. Все, бежим. Так, пошли. Может лучше... На рейдере гранаты есть, которые эти. Просто, блин, чё-то... Да, по кустам не ходите, там мины. Не, я-то знаю, где оставлю мины. А, вот я вижу капкан. Тут капканы, мины везде стоят. Ну, мины я одну подорвал. Но я жив, или остался. Так, ходим, знаете как, смотрите, ребят, сейчас обходим это здание. Да, вон. Пескообразное здание справа. Ага. Нет, пошли лучше справа его входить. Зачем? Пусть знают, что мы идем. Вот, куда идем? Мы с пятачком большой секрет. Сердечко начнет стучаться два раза быстрее. Так. Ой. Вы готовы? Конопилька, да, капитан. А, я капитан. Ребят, давайте тогда входную дверь взорву сишками, а вы там остальное базуку. Ну давай, ладно, взрывай. Ну хотел, ну взорви, ну ладно, мы разрешим. Что, ух, что, ребятки, по нам стрелять начали, да? Готовься. Чё, давай. Куда стрелять? Ребятки, по нам стрелять? Да не ты не стреляй, никуда не стреляй. Убери пока, возьми калаш. Сейчас я кидаю. Ух ты, блин. Сразу две кинуть? Да, кидай. А, дверь. Вон, в нижнем окне. Так, заходим, сейчас, заходим. Сейчас, да не заходишь ты. А, там нет, давай ракетами в дверь. В дверь? Думаешь? Да, знаю. Пилар сломали. Главное всё. Не умереть. Нет? Капец. Да, а нет, всё. Ещё. Сколько там? А, сколько? Смотри. Давай я в угол выстрелю, вот. Именно. Стреляй, а, в дверь? Стреляй. Отходите, вы выйдите оттуда. Пошли, быстрее, давайте, стреляй. Стреляй. Заходим. Сейчас дым рассеется. Армированная. Ага. Давай вот в этот угол стрелять, слышишь, серый? Давай. Отойди. Кто там? Ходите. Перезаряжаемся. Вон, тихо, у них вот это. Что у них там? У них там ящик лежит. Я стреляю в неё. Подожди, стой, отходи, буст, отходи! Отхожу! Упала. Стой, вот это надо, да? Всё, ракет. Вот он ящик, опа. Ох ты, по месту! Ракету запускаю тут. Ты что, я двоих ушатал? Быстрее! Быстрее, подсаживайтесь, ребят! Быстрее! Да подсаживайтесь! Быстрее, наверх! Да, быстрее, стой! Где-то рядом, прыгай. Подожди. Давай, прыгай. Ну, блин, Рома. О, боже, блин. Во, тихо, еще один. Давай, убивай его. Убил. С одной стрелы. Красавчик. Так, прикрывайте, ребят. Маром, давай. Да, заходи. Забираю все самое ценное. Вот этого, вон, болтовочка валяется. Выше. Патроны. Ай, кто по мне? Кто по мне стрелять? Помогите, ребят! Там серый. Убью. Это свои уже. Серый, стреляй уже. Помоги, прикрой, как я собираю лут. Я тоже собираю. Мы купились, а мы меньше затратили. Я две болтовки нашел. Чем? Нормально, я снаружи вступали. Рабу, что, по нам гасят? 2000 дерева. 1600 серый. Ага. Это я. А, серый, это ты. Что там есть? Давай заберу эти вещи. Так, у них тут хрень, я забираю только жирок. Этот. О, пороха 310! Нормально. Чё, они разбросали всего. Ну чё, сволочи, добились, да? Может, они тебя слышат? Ну, вдруг один зашкирился, если слышит, то пусть слышит.
Вон один. Машеньки, ты серый. А, ты серый. Так, блин, тут еще одна дверь, слышишь? У кого... О, у тебя сишка одна осталась? Зачем нет. Двери? Какие двери? Тут... Подъем которые? Да-да-да-да. Да. Или... На вышку, или вы уже... На или вы уже там... Бус, я же тебе сказал, прикрывай меня. Да я пришивал, ничего нет. Они цепешнутся с камнями, все. Так, а где же у них... Улица, кто бегает? По улице. Это я. На выше... Виртуоз, можешь посадить меня? Попробую я залезть все-таки туда. Вон стрелы. А куда ты подтянешь? На верхнем. Топорик один. Хочу посмотреть это. Блин, не знаю, я тут просто да это... Да нет, пусть это. Ребята, дроп, который не нужен, выкидывайте нафиг. Как бы так не получилось, что к нам сзади подойдет нового. А дальше. Ко мне один подошел, мне кто не прикрыл, я не знаю. Встань. Вот нет, мне вот сюда, встань. Я ключ один нашел, я не знаю от чего он. Все, а убегай. Там, у них там ящик, да, походу. Вот всё? тут знаю. Можно вот эту стенку сломать, которая... Ребята, ящик поставьте. Чё? Ящика нет. Я поставлю. Обалдеть, всё, сноси под ноль. Видите, сначала решетки оконные снеси, потому что они не хармированы. Отойди, пожалуйста. А ящик вы взорвали сейчас. Или вы изначально не было? Да, он, походу, сломал, взорвался. Я его взорвал, видимо, когда под пацаном стрельнул после. Я ищу этот... Кто забрал мою? А, вот что. Всё. Сейчас я сделаю. На первый этаж его ставлю. Армированно эту хрень сносить. Первый этаж, кстати. Секунду. А мы не можем, надо резать еще несколько времени. О, тут еще одна печка. Конечно, поставил печка. Потрясающе, я знаю. 105 минут надо ждать. Ну ждем. Да, 105. Так, вот, отдайте кому-нибудь, пусть уже ТП, что вы все вместе там не... Да они кепку не смогут. Бус, иди сюда, ТП, сейчас ты... Да, домой вали. Бус, иди сюда. Спустись на этаж. Иду. Давай, чего? Вот, смотри, спустись. Я не могу пролезть. Еще потом... порох... Добыли чутка. Попробуй сейчас спустить. Армированные двери убирайте и все, хрен с ним. Можешь? О, спустился? Да. Так, лови дерево. Все скидываешь в офи ящик, который стоит, не знаю, серу. Так. Ух ты. Так. Порох я не могу забрать. Из вот тоже. В смысле, а порох где у тебя тут порох? Вот порох. А, я забираю, давай я заберу. Забери. Порох. Опа, порох. Еще 305. Давай, 600! Ух ты, ё-моё! Камни мне давайте. Потом чё мне ещё? Я забираю. Я с тобой побегу. Я не могу жир взять. Я забираю всё тоже. Жир опять. Буст, скинь, чтобы буст это отнёс. Да у тебя всё забито? Да. А у тебя какие вещи есть? Там, посмотри, может так... У меня три болтового. Ух ты! Где? Да ладно, они ж кепки. В смысле кепки? Так они же головы вытраждаются. А кто знает, может быть они... У них еще там... Так, это я баночку. Я его зарезал, слышишь, я его зарезал. Ну. Ты куда кинул? Ох ты! Блин, ты аккуратно. Ты сейчас ящик снесешь. Не снесу, я что хотел. Стоп, ровно дал. Да стоим тут, сейчас думаю. Сейчас мы ему скинем ракеты и все такое, понял? Кому? У меня место еще есть, давай мне. Зачем тебе... Это ящик. Так. Надо сломать его. ТП-шься домой, буст. Сейчас, давай заремуем, чё ты. Сейчас нас придут, загасят и всё. Что это такое? Всё. Холм. А нахер? Вы это, не совершайте ошибок, которые вы уже совершали. Я и говорю. Не учитесь. Надо учиться. Всё, сноси под ноль, нахрен это всё. Я тоже сношу. Сносим и телепортируйся. Ух ты, это что, деревянный коль? Телепортируйся, сношу. Обалдеть, аж проседает всё. ФПС. И вот это. Кто будет сносить? Вы все ящики залутали, вон еще один ящик. Ребят, кому болтовочку дать? Потом. Просто кому сразу болтовку. Давай я возьму. Серега, вон ящик, ты видел? Вот это лутали вы? Сейчас, подожди. Какой? А вот на третьем этаже получается. Не знаю, сейчас посмотрим. Ничего, сейчас упадет же. Все нормально будет. Так, а этот лутали. О, висит. А чего у него было? Так, наверху, на самом верху кепка. С камня, блин. Он упал вниз. Ох ты, блин, тварь. Я слышу взрывы отсюда, это очень... Ой, взрывы. Я его зарезал! Теперь ящик ищем. Это очень громко. Так, это маленькая бутылка воды. Это
обломки костей, шлемы, бедра, железо, шкуру. Бейсболка. Уголь 5000 подобрал. Железная дверь. Своим. А, значит, не залутали ящик, да? Отдельный патрон. Железная дверь, это я брал. Самодельный патрон. Все, сноси вот этот последний фундамент и валим отсюда. Кости. Деревянная дверь. Кровь. Так, надо этих чуваков разрезать, чтобы... Заметно. Мусор, короче. Так, заремурьте ящик, уберите этот ящик. Убрал, все. У меня 13 патронов осталось. Так, всех разрезаем, чтобы... Жир? Ну и жир, да, и просто-напросто, чтобы... Все вещи, которые у них есть, чтобы они начинали исчезать. Так, короче, сейчас скажу, что я скинул в ящик, в общем. А тут чувак вот. Спит вообще. А, нет, не спит. Короче, смотрите, сейчас. Я сейчас скину. Так. 17 тысяч дерева, 21 тысяч камня, 1 тысяч жира, 3200 переплавленной серы, болтовку для ромы, 1300 непереплавленной, 2000 фрагментов. Это называется дострелялись, махи. 9000. Ну да, что, в принципе, начали по нам. Это какой еще раз план был? М? Нет. Вообще без клана чуваки были. Значит, это надо начинать М еще. Да, пацанов. Стоят, начинают стреляться по нам. Бах, ракета в них залезает. Но, ну это и их не проблема.